Не прошло и две недели, как я прилетел с Дальнего Востока. Сегодня я уже вылетаю в Якутию поднимать свой бранч на Дальнем Востоке. Сначала лечу из Москвы в Нерингри, оттуда в Алдан. Там проводим семинары, мастер-классы, экзамены. Оттуда на поезде в Якутск. Там еще семинары. И только тогда в Москву назад. Но это все в теории. Сейчас посмотрим, ну, как на практике все будет. Здесь в Домодедово есть такой ресторан, где есть любые блюда поесть можно. И у меня теперь сладенько. Нормально. Первый раз в самолете в Якутию, мне повезло. Мест куча. Я сел так, чтобы можно было лечь. Ну что, минус 23. Мы идем от самолета к аэропорту пешком. Есть новый аэропорт, но нам надо идти в старый. Спасибо, товарищи. Вот, закрутился поле чудес. Берем сумку. Сэмпай Антон обновился. Взял себе машину с нормальным, не якутским рулем. А сэмпай Антон у нас уже сенсей Антон вообще-то. Поэтому он уже может обновиться и руль с другой стороны сделать. А я сяду сюда. Тут на трассе кафе такое, я прочитал сразу Казантип. Не, транзит. Можно поесть. Тут обогревающая машина сразу стоит, если замерзнешь. И сразу с порога к главе города. Столетнего рубежа. Мощно. Да, город трудовой доблести. Вот стелла. В общем, установлено, подписано. Снега, конечно, здесь. И вот где я живу. Гостевой дом люкс. У меня идет номер сразу с человеком. Вот человек сразу сидит. Все включено. Нормально. Вот смотрите, как я. Все по-модненькому. И в окно, смотри, весь город видит, видно. Якутия! Вот бранч работает в Якутии. Вот видели, какое развитие идет? Бранч, РНФК. А вот так делали? Ну, вот так вот делайте. Я сам не знаю, если мне нужно прийти, в следующий раз спросил. Кушаем на дискотеке. Ели на дискотеке. Так сэмпай нас кормит. День аттестации. Посмотрели, как вы делаете. Мы все идеально, классно сделали. Сегодня просто нужно показать свое желание, как мы вчера договаривались. Киев Михаил. Вы знали, что в Якутии кола китайская? Они знали. И мне не говорили. И якутские суши сегодня. Якутские суши ели с якутами. Я вот ем сижу. Путешествие по Якутии не закончится никогда. Из Алдана едем в Якутск. Развивать бранч. В Якутске минус 35, говорят, тепло. Класс. Ну, хоть купе. Это крутые. Только темно. А, нет, вот здесь светло. Купе хорошее. Хорошее купе у нас. Мне нравится. А в вагон-ресторан ходили?
Музыка здесь. Натали здесь у них играет. Натали. И теперь мы в вагоне-ресторане с пацанами. Нормально по Якутии катаемся. Девочка тут у нас сфоткает нас. Нормально же нам? И у нас завтрак в вагоне-ресторане. Под Сиси Кейдж. Сенсей Антон, а что ты меня привез не в Якутск, а в какой-то другой город? Какой-то нижний бестяк, на котором еще надо оленями перебираться через какую-то речку. Сенсей, надо готовиться постепенно. Это первый шаг к Якутску. Вот это, да, сваи, на которых все дома стоят? Да, стоят. Ах ты, Господи. Вечная мерзлота. Сваи, эти сваи в вечной мерзлоте. И дома не строятся на полу, только на сваях. Тут выходишь, эти машины везут. А куда эти автобусы везут? Через речку какую-то? Через речку в Якутск. Через речку в Якутск. Ты еще через речку перебираться. А речка замерзла? Минус 35. Колено. Это не дорога. Ледовая переправа называется. Ледовая переправа, просто по льду все кубик. Вот он у нас путь, да? А сейчас уже полный объем, да? До 40 тонн? Нет, 10 всего. 10 тонн пока? И вот, пожалуйста, поехали по речке. Мы вот по льду едем, а вон там трактор, который намывает лед. Чтобы ровная дорога была. Вот, да, если просто по дороге, то лед неровный. А вот такой рынок, просто на улице рыба стоит. Минус 40. Караси. Хотите караси? Прикиньте. Нормально. Вон мясо просто лежит на улице. Смотрите. Жеребятина, да, там все дела. Класс. Что еще? Вон рыба, пожалуйста. Вот это все. Такой рынок. Вот, пожалуйста. Зайцы, глухари. Сейчас как наберем рыбы, 10 килограмм уже набрали. Вот, сейчас там порежут там таких кабанов. Муксун Нельма, все дела. Короче, когда минус 40, то вот такой дым стоит, туман. И в такой мы гостинице. Нас возят на японских машинах. Вот немножко якутского. Но здесь уже такая крутая гостиница у нас. Здесь даже Первый канал Якутию показывает. По телеку рассказывают про рынок, на котором мы сейчас были. Да все купили мы. Вон оно в пакете все. Что на самом северном рынке России рыбкость могу поживиться. Так. У меня такой бизнес номер, но мне тут даже не ночевать сегодня. Просто сегодня побудем. Главное, в окно сейчас можно рыбу положить вот сюда. И на улице будет она охлаждаться. Номер хороший, крутой такой. У нас в ресторане в якутском. Якутско-украинский борщ с салом якутским, с якутскими пампушками и со сметаной. Вот такой ресторан в этой же гостинице с всякими национальными картинами, штуками. Смотрите, минус 40, какая красота здесь, как деревья. Заходим. Деревья в тепле. Ага. Специально сделано, что двери не сразу, чтобы холод не заходил. Такой зал в Якутске. И на втором этаже будет карате. Нормальный такой у них тут кроссфит. Сердце было честное у вас. Потому что у вас за вами стоит семья ваша. Ну что, началось в Якутске лето.
вернее, зима. Да, людей много, молодцы. Немножко мы перекур между тренировками. Конечно, студенты надо. Немножко кофе. И пойдем дальше тренировать. Собрание маленькое. Вторая тренировка. Начинаем с движений. Уже все в защите. Если бы я не на явно проиграл, я бы, может, был спокоен. Когда вот такое поражение, ребята, вроде выиграл, вроде не выиграл. И теперь даже мне так. Как тебе впечатление в мастер-классе? Очень интересно удары. Что понравилось там тебе? Ну, очень тяжело. Не и тяжело? И нагрузка такая большая. Небольшая? Большая. Большая? Чтобы в бою было. Ага. Сложно. А тебе что понравилось? А тебе что понравилось? А-а-а. А разговор понравился тебе? А-а-а. Какой самый крутой вопрос-ответ был? Надо подумать. А тебе какой самый крутой вопрос-ответ понравился? Ну, там, когда дыхание прервалось. Ага. Прервалось дыхание, да? Естественно, когда у вас это, сломанный палец был, этот? Этот? А, не это, да? Ну, еще... А, вот этот? Да, где так. Это кость торчала. Так, и что дальше? Ну, и вы это, шли на соревнования, да? Угу. На сайонару. А? На сайонару пошел. Это что? Ну, после соревнований. А, да. Понял? Все. Классно было? Очень. Классно было? Очень. Все. Впечатления о мастер-классе твои. Что понравилось? Хорошая тренировка. Бодрит. Бодрит? Не очень сильно. А что не понравилось? Чем понравилось? Вопросы какие понравились? Ответы какие понравились? Сколько у вас кубков? И сколько у вас вы медали с третьим местом? Ага. Классно было, короче, тебе или нет? Да. Точно? Точно. Смотри мне. Это у него здесь написано, чтобы поняли, кто он, потому что непонятно, кто он, тут парень. И вечером вам Якутия, Якутск, минус 40. Если больше 40, 42, то будет такой туман, что ничего не будет видно. Поэтому я снимаю, пока видно. Каракисты. Вот там у нас был мастер-класс. Вот в таких местах машины хранят. Вот так накрывают. А, тепло же. Сказали, сейчас тепло, минус 40 еще. Русско-якутский стиль. Конечно. Юрта. Я буду больше есть. Ну, якутский, конечно. А вот тут, как называется, имбирька? Индигирка? Это рыба такая нарезанная. Строганину ели? Вот строганина тебе. Ее жевать надо, там и пустая. Жевать не надо? Ее быстро надо есть. Ох ты, господи. Нас привезли в Якутии в такое место, ну, мы думали в парк, а нам говорят, да нет, лед бейте. Вот положили льды, говорят, что там карате, сколько там досок ты разбивал? Бей лед теперь. Антон, давай первый, короче, а я потом за тобой. Уракеном сделаешь? Смотрите, из снега что делают. У меня, правда, руки уже обмерзли снимать. Но какие штуки классные. А там вид на город. И вверху еще. И вот он классный. Минус 35. Кто помнит этот аэропорт, в котором я минус 50 здесь оставался? Сейчас дай бог, чтобы не было такого у меня повторения. Посмотрите, пожалуйста, на эту авиакомпанию и запомните ее, пожалуйста. Никогда на ней не летайте. Опять у меня задержка на 4 часа, и это еще не конец. Значит, мне сегодня в 7 утра вылетать. И я в 5 уже в аэропорту. На всякий случай не спал. И думал, все успею. Но задержка на 4 часа. И получается, я сутки не спал. Спасибо, Якутия, за то, что ты меня так принимаешь. Это еще не конец. Авиакомпания Якутия. Не летайте. Ну что, поездка прошла очень удачно. Я провел мастер-класс в городе Алдания. Экзамен в городе Алдания. Мы познакомились с главой города, с руководящими органами, директором ДЮ США. Поехали в город Якутск, в котором
провели тоже мастер-классы, познакомились с тренерами местными, познакомились с руководителями спортивных организаций. Я получил орден за развитие спорта в Якутии. И все сделали, все прошло очень круто. И мой приезд в Якутию даст толчок и развитию кикушинкай и спорта во всем регионе. Всем большой ОС и спасибо ОС.